Привет, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Арахис, и в нашей великой студии арахисовской сегодня у нас гость. Да, скажи, как тебя зовут? Здравствуйте, Сашка, под ником Биофур, может быть, известен. Ага, да. Сашка Биофур, хорошо, понял тебя так. Сашка Биофур, откуда ты? Страна, город, адрес? Россия, Волгоград. Так, паспортные данные потом, да, оставишь в комментариях? Ну да, я в скрин уже кидал там. Так, хорошо. Ну и, наверное, с первого вопроса начнем. Как ты вообще сюда попал? Что ты тут делаешь? Куда именно? Ну, ко мне, в студию арахисовую, да. Вчера такое предложение поступило. Пишите в чат, кто хочет со мной побеседовать. Я такой, хорошо, написал, выиграл. Ага, то есть мой менеджер написал, да? Да, там это красивая эта барышня, сколько там, 50-60 лет ей было, прям, как наши проститутки. Я понял, то есть моя секретарша, ясно, да. Ну, моложе не найти в Одессе, так что вот как-то так. Ладно, ну и начнем с того, как ты вообще узнал об этой игре. Я пока тут буду показывать твоих монстров, да? Как ты узнал об игре, откуда? Играл я раньше, сейчас играю в Лигу Легенд, и там стример есть, Каутон. Он сейчас там бывает периодически в топе Европы, по арене, там, по мировому боссу, и вот он играет и играл в нее. И вот, типа, у него на стриме спрашивали вопросики, я такой, что это такое? Зашел, как-то не особо понравилось, потом полгода где-то не заходил, потом что-то опять скачал, и вот начал гайды смотреть, записи всякие, и уже год играю как-то. Чуть затянул так, слегка так. То есть так, ну, басик в игре, да? Так, на пошечке. Я понял. Хорошо, ну, первое впечатление, чем вообще заинтересовала игра, вот, так скажем, новенькому зрителю? Что ж тебе вот именно в ней понравилось? Вот ты скачал, и вот оно самое. Ну, как и у многих, наверное, азарт в начале, что вот что-то выбиваешь, нужно что-то получать новых мопцов каких-то качать. Mm-hmm. Что-то там, какие-то локации непонятные, что делать вообще. Как и раньше в ММО, учишься, сидишь, смотришь, познаешь, что-то новое хотя бы. Скучно было. Понял тебя. Хорошо, в какой гильдии состоишь? Как давно ее нашел? Менял ли эти гильдии? Ну, вначале менял, сейчас у Экси, Эворк, где-то с Нового года. Потом как создал ее, сразу я зашел туда, и сейчас в конце недели рубин берем. Неплохо, нормально, мне нравится. Нравится ли тебе достижение твоего аккаунта, твоей гильдии? Ну да, мне повезло то, что у меня Верат там, Ганимед там, как бы, легко проходится башня, вот это хорошо. Понятно, тут просто мнение зрителей, что с Верадами только геи играют, я с ними, в принципе. Ну да, и с Люшенами там тоже. Да. Люшен нет вообще, одни стримеры, ой, скажем так, да, хуже стримера вообще людей нет. Да, это просто ужасно. Хорошо, я вижу, у тебя тут, скажем так, есть... Одна первородка, буквально, и все, да, бомжела-бомжуха. Скажи, расскажи о своих трех самых любимых первородках. Неважно, есть они у тебя или нет, вот, перечисли три самые лучшие, на твой взгляд, первородки. Желаю. Верат первый, вот, как бы он лучший. Естественно. Он, когда выпал, я прям под Little Big, Big Dick, я прям почувствовал, это мое. Что там еще дальше такое? Ну, интересен будет еще светлый, огненный пионер, как он. Чхиву, да, вот. Угу. Потому что у меня стрипов нету особо, и вот хоть такой, или праха какая-нибудь тоже, вот, была бы неплохо. Сейчас вот, да, у меня желанные, это вот какие-нибудь стриперы. С первородок. То есть стриптизер нужен. Да, ребят, кто не понимает, тот, кто стрипер, это персонаж, который снимает с врага вашего бафы. Вот, как-то так. Хорошо, раз мы о трех типа желаемых первородках, какие, по твоему мнению, три, ну, не то чтобы плохие первородки, такое понятие, я считаю, глупое в игре, но ты считаешь, что не особо хорошие получились на данный момент у Кунтуасов. Три первача, которые бы ты не хотел бы иметь в этой игре. Ну, мне кажется, светлый дракон мне как-то не особо понадобился бы.
том, что такое еще. Ну, Лео, в принципе, тоже, мне кажется, пока не нужен мне. Но это... Лео же имба, не контрица. Ну, да. Ну, я имбой не играю, я как бы, да. Угу. За православие, там все дела, 6-6-10. Угу. Понял тебя, понял тебя. Так, и третий. Третья жертва. Наверное, это огненная сехметка. Угу. Старец пустыни. Сехметка. Окей, хорошо. Смотри, если поговорить о твоих достижениях по игре, если так вот суммарно взять, ты больше PvP игрок, ну вот если взять подобные игры, или все-таки PvE задротик такой, гриндфарм? Ну сейчас PvE, потому что там как бы в начале, когда я только начинал, я пытался там ДД качать, там как бы как без дамага можно. Потом как бы узнал, что нужно PvE-шить тут неплохо. И вот как бы да, занялся и фармом Кайроса, и Тоа. И сейчас как бы занялся, и все это фармлю сейчас. И теперь перехожу в PvP. Прости меня, тут хейтер команду насилует. Да, вот. Так, то есть ты больше все-таки PvE, но потом перейдешь на PvP. Окей, окей. Так, я тут смотрю, у тебя чиллинг немножко. Приятно одетый такой. Так, вот, хорошо. Что ты думаешь вот по развитию этой игры? Вот чего тебе в данный момент, наверное, вот тебе лично, вот твое я, вот чего бы ты хотел бы в игре? Чего тебе не хватает? Кроме шлюх, кокса, героина, да. Тогда круг сужается, конечно. Но... Конечно, каких-нибудь рун, можно было бы сказать, но как бы вводили недавно, но они не особо пока прижились, как бы не получили свою популярность. Какие-нибудь, не знаю, позволяющие стрипать, допустим, руны, да, там, типа как первый скилл Ганимеда, рандомно там шанс 20% снять какой-нибудь баф, как бы, допустим, что-нибудь такое. И, конечно же, эссенция переделывания с высших в средние. Мечта многих. Мечта многих, на самом деле. Это, ну и, конечно, да. Это дело с гигантом, когда фармишь, тратишь, а он падла. Ничего не дает. Ну, не надо, ты же обещал, не надо. Все. Сейчас, ребят, секунду, сейчас. Сейчас водички попью. Да, давай, я тоже бухну, да, надо. Сейчас, ребят, водички тоже попью. Да, просто, говорится, накипело, вы же понимаете, ребят. Да. Тем более, недавно я ему первородку случайно скормил, поэтому, понимаете. Да, хорошо, что по-твоему наш... Да, вторую Тиану скормил ему, ребят. Третий Тиане, вот. Собственно, да. Как ты считаешь, что нас ждет ближайшее будущее в игре? Вангую все-таки откроют последнюю локацию. PvE-контент какой-нибудь новый. Скорее всего, там будет фарм каких-нибудь типа ГВ-шных медалек, только на что-нибудь новое, какой-нибудь еще магазин добавят, мне кажется. Что-нибудь такое там будет. Ну и, конечно же, Гекс вот будет в ближайшее время. Мне кажется, это все-таки будет хил какой-нибудь там. Как раз по критериям не хватает хила в Гексе. То есть ты по Гексу думаешь, что это больше будет саппорт такой под хил? Ну, да, потому какой-то? Что танк есть, ДД есть, саппорт есть, остался как бы хил под хил. Я тоже склоняюсь к более саппортящему персонажу, либо танк, который будет что-то бафать на команду, там, возможно, агрить, либо вот что-то действительно связано. Ну, на то он и паладин, как бы, да, чисто теоретически в любой игре паладины хилят. Являются либо лучшим хилом, либо таким смежным, то есть ДД плюс хил, что-то такое, либо очень хороший танк, который, тут я согласен. Хорошо, что бы на данный момент, я не знаю, ты бы улучшил в игре, возможно, добавил бы в игре, либо вообще бы убрал бы? Ну, мне кажется, можно подработать каких-нибудь, как и уже делают Туасы, модельки персонажей, как бы есть какие-нибудь устаревшие уже, которые, ну, не очень выглядят, как бы. Ну и бывает переделывают, не переделывали, когда там один, две звезды были, они слишком мультяшные стали. Вот такое как-то не очень идет, как-то, мне кажется. Конечно, их узкоглазые дела там, но как бы рисовать так. Мне кажется, слишком мультяшность чуть-чуть подубает. То есть ты не расист, как и я, да? Не, как бы. Я понял, да. Конечно, люблю их. Пидор. Это. Вот,
Да, о чем, где мы кончили, о чем остановились. Хорошо, а что бы ты вообще бы убрал бы с игры? Вот, ну тебе вот прям, ну вот, я не знаю, вот что-то одно, вот ты вот сейчас повелеваешь, и это убирают. Ну, кроме твоего Верада. Бля. И Верада у всех, Можно только у было. тебя остается. Мне кажется, можно было бы брать мету скорости. Чтобы вот, допустим, ограничение какое-то было, вот, максимум, допустим, 150. И вот что-нибудь такое вот. Смотри, я не знаю, я тебе это вчера не оглашал на стриме. В общем, я думаю, ты знаешь, кто такая Гатоникс, да? То есть госпожа. Она сказала, вот, грубо говоря, она повелевала вот эту рубрику развить. И надеюсь, зрителям она понравится. И смотри, что ты скажешь о том, что она является в данный момент спонсором. И она тебе дарует любой абсолютно пак. Один любой пак, который я тебе могу купить на твоем аккаунте. Какой ты выберешь? Да я даже не знаю, какие они там есть. Ну, в смысле, ну, не смотри, помню. сейчас я перейду, допустим, в магазин. Так, и ты вправе выбрать абсолютно любой. Ежедневный пак там за $5, ежедневный пак 2, я думаю, ты помнишь. Тут пак эвейка, в котором есть купон, пак на снятие рун, там что-то такое, паки камней разнообразные, так, паки ЛД разнообразные и паки маны тоже разнообразные. В данный момент, по-моему, по акции ничего нет. Они есть по акции. Одна легендарка и 3000 кристаллов плюс 5 мистиков. Ну, на самом деле, мне как бы призывать уже особо кроме пятерок нечего. Можно было бы ежедневный пак. Ну и можно тебе подарить, как бы тебе, помню, не хватает одного на девилов. Ну, мне можно, это да, понятно, да. Но ты вправе выбрать абсолютно любой пак. Можно, давай что-нибудь сейчас со свитками возьмем и сейчас можешь взорвать там ЛД, допустим. Да я тебя доебал этим просто. Повелся, бля, паки его еще не покупал. Ой, красавчик, да, ребят, видели, еще сидит такой, думает об этом. Да, вот, да, попей водички, вот, размечтался, короче, да. Вот, так и будешь бомжом этой игры, как я, Ракис. Вот, ладно. Закончим. Да, немного пошлый такой вот вопрос для разнообразия. Смотри, ты идешь по улице. Ты известный игрок в этой игре. К тебе подходит сисястая вся такая девочка и говорит, ты тот самый биофур. А ты такой, знаешь, поправляя брови. Там, я не знаю, носик, знаешь, так поглаживая такой. Да, детка, это я, тот самый биофур. Она, ну, она, естественно, сразу по тебе стекается просто. И предлагает тебе секс за твой аккаунт. Это будет лучший твой секс, да, с ней, не с ее парнем, а с ней, именно с ней, да. Вот, это будет лучший. Согласился ли бы ты? Естественно, видео не будет транслироваться на стриме у Аракиса. То есть ты не опозоришься, наверное. Смотря какой аккаунт, который сейчас, допустим, да, есть. Да, на вот этом аккаунте. То есть Верат, либо секс с девушкой, ты понимаешь, да? Я согласен. Вопрос выбор, каверзный, конечно, да. Выбор такой. Угу. Я бы тоже подумал. Останусь задротом, найду сам себе какую-нибудь барышню, зачем мне какая-то на улице, вдруг у нее там стриппер какой-нибудь есть. Не, трипак там. В смысле, то есть ты приверженец такой теории, вот, ну, как люди с 444 канала, что ты ставишь статус «Активный поиск ВКонтакте», и девушки тебе сами пишут, потому что знают, что ты подписан на Аракиса, да? А так как-то не делает кто-то, что ли? Не, ну я согласен, что только дураки так не делают, потому что это просто халява. Сидишь, себе задротишь, и девушки сами тебе пиццу приносят еще и с тобой. По 20 сообщений в день вообще. Ты подписан? Да. Боже, так у тебя так же, да? Ой, я сам охреневаю, да. Ладно, меня-то спасает, хотя бы я-то с сестрой живу. Вот, ну как-то так, ты понял. Ладно, перейдем тогда к вопросам общим по жизни. Чем занимаешься в реальной жизни, твои увлечения, хобби? Ну, сейчас учусь уже в магистратуре, отучился на инженеров по мостам, то есть строить, проектировать мосты и дороги автомобильные. Угу. Сейчас магистратура и потом уже работать, искать что-то. Угу. Жена, дети, муж? Нет, хорошо, что нет, конечно. Понял. Насчет последнего задумался, да, я понимаю. Ладно, да. Ну, насчет детей, понимаешь, если ты не можешь быть уверен, нет у тебя их или, да, или есть, так что, ну, ты понимаешь. Хорошо, я не знаю, что посоветуешь мне? Твои предложения, пожелания, не знаю, вопрос какой-то.
Да, на самом деле, стрим продолжай. Делай также вот неплохая, думаю, рубрика будет пообщаться с кем-нибудь еще подписчиком. Да и все, в принципе, пока все хорошо идет. И хотел бы в этой рубрике больше девушек или парней? Я понимаю, вопрос опять же каверзный. Смотря какой будет дресс-код. Угу. Там, если, конечно, как у тебя на гифочке мужчина вот этот ползет по полу. Угу. Таких можно побольше, да, а так? Да и так, поровну можно. Зачем? Чередовать, да? Преобладающий. Да. Как думаешь, девушек будет много в этой рубрике? Это и так, да. Девушки. По процентному соотношению, конечно, немного, но так на выпусков 5, думаю, будет. Я понял тебя. Хорошо, что пожелаешь, я не знаю, зрителям и этой игре? Вот представь, что тебя слышат сейчас комтуасы, и они учтут твое ничтожное мнение. Да, лучшее и самое вот качественное топовое мнение. Фармите, фармите, не отчаивайтесь. Фармите. Когда-нибудь вам выпадет, конечно же, руны хорошие, да, с гиганта. Та самая? Та самая, да. Боже мой, та самая. Молюсь на нее каждый день. Легендарная, шестизвездочная, со скоростью, в свифте, в шестой слот. 30 скорости. Да, да, конечно. Ой, ребят, вы тоже, да, наверное, немножко возбудились. Я не знаю, мне аж как-то поплохело. Вот, боже, та самая руна. Видимо, не зря иконки у меня рун стоят. Хорошо, хорошо. А игре что пожелаешь? Контуаса. Продолжать вводить контент, в принципе, чтобы не терялось, как бы, интерес к игре не терялся. Угу. Ну и вот реально какой-нибудь сделать тестовый сервер, где это будет тестироваться, или хотя бы мнение у каких-нибудь топовых игроков спрашивать. А то могут ввести какую-нибудь там, ну, реальную хрень какой-нибудь, или персонаж, который, ну, ввели, красавчики, что ввели, но его никто юзать не будет, как бы. Что-нибудь такое вот. Слушай, больше общения. По поводу теста, прости, что перебил, но раз сразу вспомнил. Как ты считаешь, если введут в игру такую штуку? И зрители, отпишите, как вы считаете. Вот, если введут какой-то, ну, вот знаешь, как во многих играх есть такое вот чучело для битья. Чтобы ты мог как-то протестировать, чтобы ты этому чучелу мог задать какие-то параметры. Допустим, параметры своей прахи. Да, вот ты хочешь узнать, сколько твоя праха получит там люлей от Люшена при таких-то условиях. Чтобы ввели какую-то такую вот локацию чучела, где ты ставишь, выставляешь какое-то количество хп, защиты, там бафы какие-то, да. Условия, при которых ты можешь это сделать. Да, я понимаю, что есть онлайн-арена, и ты типа чисто теоретически можешь это протестировать с другом. Но с другом это такое, вот когда ты сам протестировал и сам выставил параметры, это, я считаю, нормальный такой вариант. Как ты к этому относишься? Ну да, как есть игра Mythic Quest, там типа ставишь защиту замка своего, mm-hmm. и потом ты можешь ее проверить. Вот так же как бы защиту арены поставить, как бы и на нее напасть, или хотя бы просто глянуть, там, грибом напасть, как они походят, и там, как ее вообще можно пробить или не пробить, чтобы как бы, mm-hmm. понимать эту работу. Особенно да. круто это было бы протестировать какую-то скорость, там, я не знаю. Есть, конечно, калькуляторы скорости, но не всегда понятно, с какой очередью походит персонаж. Да, было бы на самом деле круто. Одно, там, два, три чучела выстоять. То есть ты сидишь, сам себе паришься, вот как с рунами сделали вот это вот в инвентаре, что ты сидишь и можешь поиграться, даже не меняя руны, ты уже можешь представить себе, какие там есть. Типа, я понимаю, что есть всякие СВ-фармы, но это немного не то, и вообще я предпочитаю своей головой как бы думать. Но вот это обновление немного облегчило в игре. Да, вот эту вот всю смену рун. Как-то так. Вот, хорошо, твои пожелания, приветы маме, папе, бабушке, дедушке, зрителям, игрокам. Привет всем. Всем. Прям всем. Да, пламенный такой приветик. Ну и как бы удачи вам в фарме. Качественных мобов и рун. Твои данные я могу в комментарии оставить, то есть, если есть желающие девушки, то есть. Да, как бы что. Писать, да, там. Я понимаю, что ты занятой 20 сообщений в день от разных девушек. Придется 22, там, 20, 30, там, да. Как пойдет, конечно, девушки, да. Вы уж простите, если не ответит, не я виноват, как бы он за рекламу проплатил, но... Да, вы это понимаете. Ладно, будем на этом заканчивать. Ребят, если вам нравится эта рубрика, смотрите, в конце видео, что я хотел сказать. В следующем видео будет, скорее всего, девушка. Если я ее каким-то чудом заставлю, ну, наверное, придется связать. Вот, и пообещать ей то, что я ее не убью. Это понятное дело. Плюс, опять же, пак.
пообещаю за $100, ну, поняли, да, как этого мы развели, вот, чувака, не знаю, кто он такой. В общем, да, смотрите, в следующем выпуске, скорее всего, будет девушка. То есть вы можете оставить комментарий, вопросы, какие бы вы хотели задать этой особе. Я не знаю, кто это будет, может, это вообще будет парень. В общем, желательно такие общие вопросы, чтобы не только к девушке там относилось. То есть, скажем так, унисекс вопросы, которые отнеслись бы и к мальчику, и к девушке. Так что оставляйте вопросы, самые залайканные вопросы я задам этому человеку. То есть, с комментариев, да, там выберу 2-3, может, 5 вопросов и задам следующему человеку в этой рубрике. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, понравилась ли вам эта рубрика. Если да, то она будет выходить раза 2-3 в неделю. Да. Приходите на мои стримы ежедневно. Ссылка есть в описании, ссылка есть на экране. Всем удачи и покедова. Пока-пока. Сашка, пока. Пока. Все, всем покедова.